дома, свищет ветер для ковры. Здравствуй, зимушка, зима. Бьется вслед замысловатый от полян до холма. Это заяц напечатан. Здравствуй, зимушка, зима. Мы для птиц кормушки ставим, насыпаем в них корма. Поют печуги ставим. Здравствуй, зимушка, зима. Ранила поздно, зима хлопотала, опавшие листья в саду подлетала. Потом за работу взялась горячей, льдом застелила притихший ручей. Потом поднимали все выше и выше, зима подлетела заборы и крыши. Укутала ветви дубка и сосны, чтоб сладкое осталось до самой весны. Красила зима на уборе в громах, и сразу звездочек снежинок. Вся в алмазах жемчугах, в цветных огоньках, льет вокруг сияние, шепчет заклинание. Мягкие-мягкие снега на лесах и на лугах, опы застелить, ветви пушите. На окошках без мороза, на красах устали кроссы. Легкие видения, длинные сплетения, примитивные чужие, хороводы заводи, с весьями припела, в поле посидела, спит земля мою сни, и волшебные храни, жди хорошо дерна нового рассвета. Что такое Новый год? Это все наоборот. Должен голос достиг, мелкий шишек, и внизу. Дай рядом с волком, на колесе елки. Дождик тоже не простой, Новый год золотой. Даже Дедушка Мороз никому не должен. Каждый год под Новый год прибавляется забот у актеров и артистов, режиссеров, сценаристов. И сегодня здесь как раз удивить хотим всех вас эксклюзивным вариантом. Мы, все школьные таланты, приготовили с душой. Здесь для вас концерт большой, новогодний, театральный, музыкально-танцевальный. Как вы уже, наверное, догадались, Снегурочка. А вот мой Дедушка Мороз, как обычно, опаздывает. Давайте позовем его громко и дружно. Дед Мороз! Здравствуйте, дорогие ребята, учителя и гости. Здравствуй, Снегурочка. Устал я, Снегурочка. Ох, устал. Где я только сегодня не был. На Северном полюсе был, на Южном полюсе был. Пингвины, понимаешь, подарки требуют. Хороводы водил, еле вырвался. В Африке был. Мартышки, понимаешь, чуть всю бороду не повыщипывали. Здесь был, и здесь был. А в 91-й школе был? Да был я, был. И в первых классах, и в третьих, и во вторых. Со всеми спел и сплясал. Можно и на покой. Дедушка, да вот же еще дети. Где? Да вот же, вот. Нет, нет, уволь, не могу. Да они уже большие, не хороводы же мне с ними водить. Ну что же, дедушка, ты отдыхай, а ребята из 9 класса споют отличную новогоднюю песню для тебя и всех гостей и поднимут тебе настроение.